меня есть один знакомый, мастер спорта по борьбе, но он не работает по специальности, не по борьбе, он просто бизнесмен. Я говорю, как ты отдыхаешь? Он говорит, я отдыхаю вот так, ты не поверишь. Я, говорит, ну, прихожу в зал спортивный, когда я устал сильно от работы, прихожу в зал, начинаю бороться. И когда меня заломали, как бы, ну, меня прижали к ковру, заломали, и мне надо вырваться из этого состояния, я кряхчу там вот так вот, сильно напрягаюсь, вот так вот пытаюсь вырваться, как бы, и в это время я отдыхаю. И это факт. То есть мужчина отдыхает, как ни странно, во время сильной нагрузки, именно физической или психической, но он отдыхает, потому что меняется, перераспределяется энергия. Просто если он так, если он становится отдохнувшим, ему хорошо становится. Баня для мужчины – хороший отдых. Просто ходил, попарился, расслабился – тоже хороший отдых. И так далее. Нужно искать. Искать свои методы, свои способы. Вот. Но если мужчина имеет вредную привычку, самое главное – не париться. Вот, допустим, я курю. Нормально, ничего страшного. Курю. Почему курю? Потому что не умею отдыхать. За что надо париться? За то, чтобы научиться отдыхать. Научился отдыхать, сигарета постепенно отвалится сама. Но если ты не паришься вообще, тогда будешь курить дальше и заработаешь себе рак легких. Потому что это не способ жить. Жить сигаретой – это не способ жить. Жить с вином – тоже не способ жить, потому что вино, оно ослабляет волю, и мужчина счастлив не становится. Потому что мужчина счастлив, только побеждая себя. А вино не дает возможности побеждать себя, потому что выпил и расслабился. А побеждать себя – значит преодолевать препятствия, а не снимать напряжение. Ну, то есть мужчина должен расслабляться, когда он победил, а не просто так, как бы, пытаться забыться. Спиртное означает, ты забываешься, теряешь себя. Водка – это недозволенная женская энергия, веды говорят. Это так же, как женщину любишь, так и водку. Это женская энергия, недозволенная. Потому что женщина чужая дает расслабление, но это не расслабление разрушает тебе жизнь. Так и водка дает расслабление или вино, но разрушает тебе жизнь. Поэтому найди себе такие методы расслабления, которые не разрушают жизнь, а делают тебя сильным, крепким, устойчивым, развитым, успешным. И каждый мужчина достоин быть богатым, сильным, властным, влиятельным. Каждый мужчина. Вопрос просто в образе жизни. Если жизнь правильная, 5 лет проходит, и у вас другая жизнь. Все. Вопрос образа жизни. Каждый мужчина может быть сильным, и каждый может быть победителем. Мужское тело предназначено для этого. Нет несчастных мужчин. Есть мужчины, которые не умеют правильно жить в своем мужском теле. По-женски хотят жить. Хотят больше балдеть, лежать на постели, расслабляться, телевизор смотреть. Не хотят работать над собой. Значит, не будет счастья мужского. Следующая тема для мужчин – это тема перегрева. То есть многие мужчины не знают, что мужское тело перегревается почти у всех. Поэтому мужчине нужны корни есть, сырые корни. Вот свекла, морковь. Пастернак, там корни есть для того, чтобы укреплять мужской организм, сырые именно, салаты из корней. Потом дальше, мужчине не помешает где-то вообще половина пищи сырой есть в рационе, потому что сырая пища охлаждает, а если часто, у мужчин бывает бесплодие. И 90% этого бесплодия – это перегрев семени. Чтобы семя не перегревалось, надо закаливаться, есть сырую пищу и просто делать утренние пробежки там или, ну, на свежем воздухе больше быть. И семя охлаждается. Перегрев семени еще бывает от чрезмерного увлечения сексом. Когда мужчина много сексом занимается, энергия вся спускается вниз, и там жар создается в нижних органах. Этот жар уменьшает силу семени, оно становится слабым. Поэтому как бы тоже этим не надо увлекаться, потому что это тем более силу воли уменьшает, как бы мужчина становится зависимым от женщины сильно, начинает зависеть от ее настроения, ругаться с ней больше начинает. Ну, то есть какие-то ограничители должны быть, не надо бесконечно много увлекаться этими вещами. Это разрушает жизнь при чрезмерном злоупотреблении.
Что такое мужская красота? Мужская красота – это сила спокойствия, ответственности и способности терпеть эмоции женщины. Допустим, как определить, что мужчина готов к семейной жизни? Если женщина нервничает, истерит, а ты терпишь, это значит готов к семейной жизни. Если начинаешь с ней вместе истерить, значит не готов. Надо стать сильнее. Ну, то есть мужчина готов к семейной жизни означает, что он дает возможность женщине быть женщиной и при этом способен ее терпеть. Вот это значит, что зрелый, сильный мужчина. Женщина уважает именно за это мужчину, что он может терпеть ее эмоции. Все. Это главный критерий. И второе, дал слово, не надо давать большие обещания женщине. Дал большое обещание, значит, придется это выполнять. Не выполнил, значит, она будет тебя, ну, мучить дальше. То есть мужчина должен давать небольшие обещания и всегда их выполнять. И крепнуть на этих обещаниях, становиться сильнее. Еще такой момент. Часто мужчины думают, нам дети не нужны, потому что у нас денег нет, жена не нужна, потому что я не могу ее содержать. Это неправильное мышление. Бери жену, по дороге сможешь содержать. Мужчина, когда имеет трудности, он очень быстро развивается. Ребенка родили, сразу деньги появились, потому что ты стал сильнее. Если ты к себе позволяешь быть слабее, то ты не развиваешься. Надо просто стать сильным через трудности. Бери на себя ответственность, не бойся. Там. Очень важно мужчине знать, что если женщина просит ребенка, это значит, в этот период ей очень благоприятно его начинать и рожать. Она перестала просить ребенка, значит, неблагоприятный период пошел. Но благоприятный период у женщин циклами идет. То есть 3 года просит, дальше будет 3 года уже не может. А ты думал, что там и все, и детей вообще нет. Ну, то есть просит, значит, надо ребенка зачинать. У нее хороший период, она легко вынесет, легко родит там и так далее. Если мужчина этого не понимает, дальше будет жесть. Потому что женщине зачинать ребенка, когда у нее плохой период, очень опасно для здоровья и для ребенка, для самого. Поэтому нужно всегда учитывать ее желание, смотреть, наблюдать за ней, потому что иначе как бы будут трудности. Если, допустим, мужчина попал в аут, мужчины аут так аут, развитие так развитие. Допустим, мужчина попал в депрессию, выйти очень сложно, потому что у мужчины циклы такие очень жесткие, то есть попал в аут, что делать? Ну, как бы есть разные варианты, которые очень эффективны. Приведу вам пример. Допустим, один мужчина, я когда в Самаре еще жил, там уже начинал заниматься духовной практикой в Самаре, в Тольятти. И мы решили выехать на природу, помолиться. На какой-то остров мы поехали. Там Волга много делает островов. Песчаный берег, много островов получается при течении. Ну и мы пришли на этот остров. Я как бы там был такой песчаный склон. Я там вырыл себе такое место, чтобы было прохладно. Сел, там как норка такая получилась, начал молиться. Пещерка такая, вижу просто берег, все, что происходит. Но меня не видно со стороны, только вот если так подойти, видно. Вот, я сидел, просто молился там. И смотрю, пришел парень. Такой стоит возле реки, что-то воду пробует, стоит, долго стоял, целый час, наверное. Ничего не купается, ничего, ни туда, ни сюда. И потом раз оборачивается, испугался, на меня смотрит, такой испуг у него. Стоял уже такой, стоял, на меня смотрел, я молюсь, просто вот так сижу неподвижно. На него не обращаю внимания. Он подходит, говорит, помоги мне. Я говорю, ну в чем я должен тебе помочь? Ну, примерно моего возраста человек. Он говорит, я, говорит, ну, наркотики употребляю, говорит, уже на такой стадии, что если я сейчас жив останусь, то я буду плохо жить. У меня печень больная уже там, жизни не будет, я хочу утопиться. Не могу, сил не хватает себя убить. А жить тоже уже без наркотиков не могу жить, а бросить не могу, потому что сильные ломки, не знаю, что делать. Хочу какое-то решение сильное принять, но не знаю какое. Я говорю, ну иди, живи в монастырь.
Там у тебя ни ломок не будет, ничего, потому что ломки означают, не хватает энергии счастья. А в храме энергии счастья хватает, ломок не будет. Говорю, там выживешь, и все нормально будет у тебя в жизни. Ну, такое решение. И он говорит, а в какой монастырь? Я говорю, ну, выбери, какая у тебя вера. Какая? Ну, говорит, мне нравится, какая у тебя вера. Вот, скажи мне, какая у тебя вера. Ну, сказал, какая у меня вера. Он говорит, ну, где такие монастыри есть? Я говорю, ну, там-то, там-то. Ну, короче, он выбрал Казань. Как-то там договорился, его взяли, все нормально. Я не знаю его будущего, просто я когда приехал в Казань лекции читать, ко мне подходит человек, который, я уже его не узнал, прошло лет 5, наверное. Подходит человек такой счастливый, такой монах, говорит, вы мне спасли жизнь. Я думал, сейчас будет рассказывать, как лекции он слушал, там и все прочее. Спасибо там за лекции. Он говорит, я лекции не слушал. Я просто сделал один раз то, что вы сказали. И он опять не напомнил эту ситуацию всю. И он говорит, что ломок не было, это было чудо. Я начал молиться, вот жить как они, и я, говорит, я просто забыл про наркотики. Не было вообще ломок, все классно было. Но как бы продолжение истории таково, что этот человек все-таки пару лет назад ушел из жизни. Ну, то есть то, что я вам рассказываю, было 20 лет назад. То есть он прожил где-то 15 лет после этого еще. И прожил классную жизнь, как монах, то есть он молился всю жизнь. И ушел из жизни раньше, потому что печень была уже нулевая, как бы он все равно пострадал. Но он все-таки дожил там до 45 там, лет где-то, я думаю, вот так вот. И прожил счастливую, хорошую жизнь, вот 15 лет. Но я о чем говорю? О том, что мужчине апгрейд лучше всего делать, когда есть благоприятная для этого среда. Ну, допустим, какой-то монастырь или какая-то поездка, в которой есть же туристические всякие, там спортивные поездки, есть много всяких вариантов, когда человек сам себе не принадлежит. И вот мужчине делать апгрейд в жизни лучше всего, когда он сам себе не принадлежит. Он поехал просто, попал в среду какую-то, и там начинает просто делать то, что все делают, и все. Через 2 недели он полностью меняет свою жизнь. Или через неделю там, ну, можно периодически вот так делать. Я знаю, в Москве такие опции есть, там, допустим, есть монастырь ведический в Москве, и там есть такая программа, как бы монастырь выходного дня. То есть мужчины приезжают на выходные просто пожить как монахи. 3 дня, вот рано вставать, молитвы там, все прочее. И человек просто апгрейд делает, психика у него перестраивается на другую жизнь с помощью других людей. И потом ему уже поддерживать это уже гораздо легче. Ну, то есть мужчине самому себе поднять, вытащить из депрессии непросто. Или хотя бы товарищ нужен, с которым ты вместе что-то делаешь, договариваешься. У меня есть в клубе «Благость» в Чебоксарах есть такая группа мужчин. Они себе сделали график, короче. Они всю зиму каждый день ходили в прорубь купаться. Они каждый день вычитывали там час молитвы. Они сами православные. Но они вот ходят в клуб «Благость» и сделали себе график такой, что они вот так живут. Друг перед другом отчитывались, передо мной отчитались, просили благословения. И мужики говорят, жизнь изменилась во всем. В бизнесе, в отношениях с женой. Ну, то есть в здоровье, во всем жизнь полностью поменялась только потому, что они вот этот график сделали, что они совершали аскезы, прочили, начали жить правильную жизнь вместе, потому что одному очень трудно. Они начали вместе вот так вот жить, заставили себя так жить, и просто жизнь суперная у них стала. Они такие довольные все, мордашки крепкие такие, счастливые, как бы такие настоящие мужики. Чувствуется такая сила в них пошла мужская. Кто-то нашел себе жену в результате. Ну, то есть мужчина становится сильным, женщины сразу реагируют. Они видят таких мужчин. Как мужчина на меня подходит, говорит, как мне понять, когда мне жениться? Я говорю, на вас женщины смотрят? Он говорит, нет. Я говорю, ну, значит, рано. Он говорит, а как что, могут смотреть начать? Я говорю, ну, станьте мужиком, будут смотреть. Пацан никому не нужен. Ну, человек понял, и все нормально в его жизни изменилось. То есть мужское тело, значит, нужна мужская жизнь. Не хочешь вести мужскую жизнь, будь слабаком, никому ты не будешь нужен, будет несчастным во всем, в личной жизни, в
развитии, успехе, в деньгах, во всем будешь несчастным. Только сильные люди нужны всем. Больше никто, ни слабый никому не нужен. Все. Теперь более подробно по теме взаимоотношений. Вот с позиции мужчины, как относиться к отношениям? Нужно много чего понять. Вот, например, мужчине нужно понять, что психика женщины очень и очень слабая. Ну, то есть, с другой стороны, конечно, она очень крепкая внутри, но она сама себя крепко не чувствует. Она чувствует себя очень слабой, чувствительной. И если ты ее такой же не чувствуешь, значит, она очень сильно переживает, испытывает страдания, несчастье. То есть уважение к женщине означает в буквальном смысле слова общаться с пушинкой. Причем сама она, интересно, как себя ведет, она сама с собой как с пушинкой не общается. Ей нужно, чтобы с ней так общались. Вот, допустим, я наблюдал за своей женой. Она, когда купаться сама в море идет, она идет спокойно, там, все, без проблем. Но если со мной, она сразу боится волн. То есть она говорит, помоги мне, я не могу заходить, там, и все прочее. Когда со мной. Когда сама, ничего не боится из меня. Я за ней наблюдаю, он заходит спокойно, купается. И я спросила, почему ты со мной боишься, без меня не боишься? Она говорит, я не знаю. Мне хочется опоры, защиты. И когда ты рядом, я слабею, становлюсь более слабой. И мне нужно, как бы, чтобы ты меня защищал от всего. Вот это природа женщины. И не надо как бы ее за это мучить, ну, то есть обвинять. Это ее счастье. Когда муж рядом есть, надо на него опираться, надо бояться всего, надо капризничать. Надо беспокоиться, суетиться там и так далее, чтобы он успокаивал постоянно. Это женское счастье. Она чувствует счастье, когда ее вот с ней так обращаются. Поэтому женщине надо очень аккуратно себя вести. Это кажется как будто унижение сначала для мужчины. Но на самом деле никакого унижения нет, это просто признак разума, зрелости. Как мужчина как бы с женщиной ведет себя очень аккуратно, заботливо. Ты моя дорогая, там, самая красивая. Самое ласковое. Допустим, женщина капризничает, начала капризничать, значит, говорит, ты у меня самая спокойная. Что ты хочешь, как бы, мне сказать, объясни. Ну, ты у меня самая спокойная. Это шутка для нее, как шутка воспринимается, начинает улыбаться сразу. Вот, ну, то есть, как бы, но шутки женщины шутить не надо. Вот если вы ласково себя ведете с ней, это для нее как шутка. Можете там вот так ласково сказать, шутку так. Но если вы начинаете ей шутить с ней, грубо, для женщины это не шутка. Женщины не понимают грубых шуток вообще, допустим. Допустим, вы какой-то анекдот ей рассказываете, она... Ей неприятно это слушать, вообще она уходит. Потому что у женщин психика очень сильное эстетическое чувство внутри. У них эстетика как бы очень сильна, и поэтому она, когда любую тонкость какую-то, грубость какую-то тонкую, небольшую слышит, она сразу ей неприятна. Многие женщины не могут, например, фильмы про войну смотреть. Не надо, допустим, при женщине эти все там кровь, там вся эта как бы вот это вот, она не может это все видеть. Потому что женщина, она создает жизнь, она рождает жизнь, и поэтому она бережет жизнь. Она убийство не может смотреть, там вот эти все вещи. Поэтому не надо ее в это завлекать, бесполезно. Ну, то есть, если уж говорить об интересах, часто мужчины очень сильно беспокоятся, почему у меня в семье, у меня одни интересы, а у жены другие. Почему мы вместе не можем долго находиться, почему мы разные такие. Вот в этом заключается вопрос знания просто. Оказывается, что мужчины и женщины всегда разные интересы. У них не может быть одинаковых интересов, потому что они абсолютно разные люди. У женщины женские интересы, у мужчины мужские. Вот женщина, допустим, может с вами, конечно, бегать. Ну вот, допустим, как у меня жена со мной бегает. Когда я только начинал бегать 2 года назад, она бегала со мной вместе, потому что я бегал очень медленно, задыхался и останавливался периодически. И вот у нас получалось вместе нормально. Вот. Но потом, когда я разбегался уже, сейчас я бегаю уже по 15 километров могу бегать. Вот.
мы бегаем так вместе, то есть мы выходим вместе, начинаем бежать, она потом устает, идет. Я бегу туда, бегу обратно. И вот так вокруг нее бегаю все время. Мы вместе бегаем, то есть она идет, я бегу. У нас совместная пробежка получается. Ну, то есть, ну вот сказать женщине «беги столько же» — это безумие. Ну, то есть она сама решает, сколько ей бежать. То есть она сколько может, столько бежит. То есть не надо женщину заставлять рано вставать, бегать, аскезы совершать. Она сама вот вдохновляется, когда она сама это делает. Не вдохновляется — не делает. У женщины психика динамична очень. Она сегодня может, завтра не может. Мужчина всегда может. Не надо сравнивать одно с другим. Разное тело, разная психика. Как женщина ест? Допустим, не надо женщину заставлять есть. Она не ест, она пробует. И не надо ее заставлять по режиму питаться. Потому что женщина ест, когда у нее не хватает сил психических. Сил не хватает, она раз чуть-чуть перекусила, ей надо там одну котлетку вкусную съесть. Все, у нее силы есть. Потому что для нее она берет вкус из пищи. Поэтому как она ест? Она ест понемножку вот так. Пробует, она пробует. Но если ей невкусно, то ей пробовать не надо. Поэтому не надо женщину заставлять есть то, что ей не нравится. Если вы женщине решили подарок купить, и не дай бог вам его купить самому, это будет полный вообще капец. Вот. Потому что вы просто зря деньги выкинете. Ну, то есть приведу вам пример, как я в Индии женщине покупал сережки своей жене. Я сначала в медитации увидел, какие сережки ей примерно понравятся. Потом выбрал 40 сережек, которые примерно понравились, сфотографировал их и выслал фотки ей по интернету. Она сначала долго отпиралась, что она вообще хочет сережки. Потом я сказал ей, ну давай как бы ради меня купим. Вот. Потом дальше, ну не все женщины отпираются, некоторые наоборот с удовольствием, чем больше, тем лучше, все разные. Короче, подошли только две пары. Одна из них, когда я привез, оказалась все-таки не подошла. А одну она носит. Ну, то есть идея в чем заключается? Что просто вот что-то купить, и чтобы она ей это понравилась, это просто нереально. Поэтому лучше и не пробовать. А не дай бог вам самому выбрать цвет обоев и подарить на день рождения. Это будет вообще капец. Она потом вам всю жизнь не простит, что она будет смотреть же на эти обои каждый день. Поэтому лучше как бы с ней выбирать вместе подарок. Признаться честно, хочу тебе купить подарок, как бы, и выбирать. Идти выбирать в магазин просто. Нет выхода, нет никакого, другого нет варианта. Поднимите руку женщины, которая, вот чтобы мужчина не выбрал, вам нравится. Поднимите руку. Смотрите в зал. Одна девушка подняла руку. У вас есть мужчина? А? Давайте микрофон, сейчас мы поговорим. Это у нас хороший прикол. Одна подняла руку. Сейчас мы послушаем, что она имела в виду. Эй, куда побежал? Вот, девушка. Вот, ага. Поближе микрофончик. Итак, вот чтобы мужчина не купил, вам это подходит и нравится? Он что, очень? Дорогие подарки, да? Ну, как получается, иногда и вам нравится просто, что он подарок подарил? Да! Но вы носите это, нет? Да. И я не люблю. Это очень редкий случай. Очень редкий случай. Еще честно, женщины, поднимите, у кого тоже просто подарил, и вам нравится, вы это носите. Есть еще такие женщины? Ну, вот еще 3-4. А кому вот, что бы ни подарил, всегда не нравится? Это же гораздо больше. А кто бы из вас, женщины, хотел, чтобы мужчина советовался с вами, что покупать в подарок? Видите, уже лез рук. Ну, просто вот это и есть то, о чем я доложил. Как мужчина должен воспитывать жену?
Надо понять такую вещь, что женщина не терпит никакого насилия. Нельзя грубо разговаривать, нельзя строго разговаривать, нельзя насилие, нельзя давить голосом. Единственный способ воспитывать — это принять что-то, то есть она сделала что-то неправильно, надо это принять, расслабиться, помолиться, успокоиться, ну, как бы сделать так, чтобы все спокойно, хорошо, и потом просто по-доброму объяснять, когда она готова слушать, просто по-доброму объяснять, что я бы хотел вот так, чтобы было. Не обязательно, то есть, говорить о том, что надо так сделать, надо говорить, я бы хотел, вот мне кажется, так лучше, у меня есть такое желание, чтобы так было. И тогда она услышит. Женщине услышать несложно, мужчине сложно услышать, очень сложно, он не может услышать, чего хочет от него человек. Женщине не сложно услышать, но с ней сложно разговаривать. Если вы сможете найти правильную интонацию, правильный тон и разговаривать ей так, как ей приятно, тогда она легко вас поймет без всяких проблем. Но вот прийти в такое состояние мужчине непросто, чтобы правильно все объяснять. Поэтому не нужно и дергаться. Пришли в состояние правильное, успокоились, объясняйте, а так лучше молчите. Иначе будет еще хуже. Если вы второй раз уже, один раз неправильно объясняли, а второй раз начнете правильно объяснять, то она уже будет как бы раздражена. Даже если вы правильно объясняете, она все равно будет дергаться и как бы думать, что над ней насилие хотят совершать. Мужчины, какие вопросы? Да? Микрофончик? Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли. Вопрос такой. Сейчас отношения с девушкой, и она очень четко знает, что хочет, и у нее очень высокие стандарты. Вот. Я как бы поднимаю сердце, и пока что эти стандарты не соответствуют. Но она со мной встречается, подправляет меня, и он переживает очень. То есть, на вырост, то есть жена, женщина на вырост, да? Да, но она из этого переживает, что, у нее такие стандарты, она переживает, как бы, ну, чем помочь не может, да? Нет, она помогает, может, подправляет, но, именно очень мучается из-за того, что, как бы, боится, смогу ли я всего этого достичь. А, как бы, то есть я в себе уверен, и в этом меня и, как бы, и навещал, получается, да, все. Вот. Так у всех, но... Всех одно и то же, да? Вот, как бы, цели я все иду, но... Правильная тактика. Обещайте, да. Обещайте, что все будет хорошо, потом успокаивать будете, когда женитесь. Кажется, не все сразу же. Знаете, есть как бы такой момент очень важный. Он заключается в том, что если женщина чего-то хочет, это ей по судьбе положено. А положено ей будет через вас. И вы потом посмотрите, как она в вас вольет силы, чтобы вы это смогли сделать. Она вам даст свои силы. Ну, не беспокойтесь, если как бы она хочет быть с вами и нравится, то обещайте, все нормально. Но самое главное, нельзя женщину как бы... не брать за нее ответственности. То есть, если вы... И опять же, не надо с этим торопиться. То есть, вы встречаетесь, и вы должны почувствовать, когда она уже хочет оформить отношения и предлагать ей как бы расписываться. Если вы не в этот момент не предлагаете, она вас разочаровывается как человек. Ее потом ничем не очаруешь уже, все. То есть, если она увидела, что вы не хотите ее защищать в жизни, то все, как бы, отношения разрушаются. Но очень важно в отношениях женщины не стать пешкой, понимаете? То есть не надо стать слишком слабым. То есть она, допустим, перед вами там выкаблучивает. Это нормально, потому что она должна увидеть, что вы как хотите с ней быть. Вы должны доказать, что вы хотите быть с ней. Но при этом, если вы слишком сильно привязываетесь к ней, зависите от нее, она вас не будет уважать и не будет любить. Чтобы женщина любила, нужно быть сильнее ее характера, быть немножко независимым. Иногда, допустим, побыть одному без нее, чтобы она поскучала. Она вас за это будет обвинять, но зато она вас уважать больше будет. Но если вы все время как бы пляшете под ее дудку, она не будет счастлива, она будет чувствовать, что вы как бы
она будет уставать от вас и будет чувствовать, что ей с вами неприятно. Ну, то есть надо быть сильным. Не сильно зависеть от любви, от энергии любви. Быть осторожно, как бы быть внимательным, чтобы вы не сильно зависите. Если вы становитесь зависимым сильно, бегаете за ней, смотрите, куда она пошла, что сделала. Вот это нельзя, это можно, то есть постоянно ее контролировать, то все, разрушаются отношения. Надо быть сильнее энергии любви, зависеть от Бога, от самосовершенствования. Первым делом самолеты, а женщины, потом. Ну, то есть надо быть сильным, какое-то дело в жизни должно быть. Тогда все будет нормально. А то, что обещаю, как бы, что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, я тебе подарю, может, эту зарю. Ну, то есть у меня для тебя невозможного нет. Вот. Самое главное — не терять себя, понимаете? Вот если вот этот вариант не подходит. Вспоминаю, умираю. Не надо, не вариант. Если это, то все, мужчина себя теряет, вспоминаю, умираю, значит, все, как бы, потерянный человек. Надо быть сильнее, женской красоты сильнее. Ну вот вы, мужчина, давайте. А требование означает, что она хочет жить. То есть женщина родилась для счастья. Ей хочется счастья. Кто счастье будет давать? Мужчина. Садитесь. Она так думает, понимаете? Она смотрит на мужчину, думает, этот мужик мне счастье даст или нет. У нее нет мысли, что она сама себе счастье должна давать. Вы должны ей счастье давать, понимаете? И вы не должны считать, что это несправедливость. Потому что она же вам красоту отдает. Вы ей красоту не отдаете. У вас нет красоты, у нее есть. Поэтому вы ей должны давать достаток. Ваш вопрос. Спасибо большое, понимаешь, лекция за предыдущий. Такой вопрос касается, наверное, первого дня и сегодня мы общаемся, потому что с приходом духовной практики жизнь изменилась. Появилась цель, которую хочется следовать, свое предназначение, которое я ощущаю. Я хочу к этому стремиться. Во время духовной практики идет очень много мыслей, как это реализовать, очень много проектов, которые могли бы поддержать эту цель, очень много людей приходят, которые могут помочь. Вы идеолог, значит, попробуйте. У вас много проектов, целей, желаний. Вам нужно советоваться с практиками, людьми, которые будут все обрезать. Все ваши желания, они будут трезво вам говорить, это возможно, это достижимо, это недостижимо. Вам нужны практики, иначе вы разрушите свою жизнь. Ну, вопрос, как с этим связан, что когда дело доходит до практики, здесь чувствуют внутренние болезни. А у вас вы не практик, вы идеолог. Вы как бы идеолог, который не с людьми работает, а с проектами. У вас есть схема, картинка, как должно быть. Вам нужен человек, который будет воплощать. Друг такой. А вы до этого должны развиться. Вы должны стать таким, чтобы вы понравились такому человеку. А практики, они очень скептичные по природе. Им мало кто нравится. Они в вас будут копаться. То есть, если я правильно слышу, это, опять же, духовный тракт, углубление духовной практики. Вы сейчас, у вас есть крен определенный. Духовная практика для мужчины – это молитва плюс практическая жизнь. Если мужчина ушел от практической жизни, он как бы из общества вываливается, это тоже вид отвисания для мужчины. Есть мужчины, которые в храме отвисают, и они не развиваются там как личность. Мужчина развивается как личность, когда он очень социальный живет, социальной жизнью. Он берет ответственность за семью, за женщину, за детей. И такие мужчины, это мой опыт, развиваются быстрее, чем те, которые отвисают в храме. Они становятся более зрелыми, более разумными, более развитыми, чем те, которые в облаках летают там где-то. Они так в облаках потом всю жизнь не летают. Один такой человек подошел ко мне, он занимался 30 лет духовной практикой и сказал, ему было 50 лет, а мне тогда было 30. И он пришел ко мне на консультацию, мне было 35. Пришел ко мне на консультацию, ему 50 лет, он старше для меня. Я духовной практикой занимался не так много еще тогда. Он начал плакать, говорит, я разрушил всю свою жизнь. Я, говорит, занимался только отречением, все прочее. Я теперь понимаю, что мне нужна семья, нужна жена. Как бы мне уже такой возраст, я не знаю.
знаю, как мне, я не знаю, как с девушками отношения строить. Я слаб. У меня нет практической занятости, у меня нет специальности, ничего. Он просто был в потерянности полной. Потому что он думал, духовное развитие для мужчины – это значит только отречение. А духовное развитие для мужчины – это значит молитва плюс социализация. То есть быть социально сильным, брать на себя проекты, дела, ответственность. Никогда не уходить из социума. Если вы его оставили где-то там, то вы тоже, это тоже отрицание, это как наркотик уже для мужчины, только наркотик в виде храма. И результат вот такой, что он теряет просто время для личного развития. Мужчина должен развиваться в обществе и при этом быть духовно сильным. Вот его специфика, мужская, мужской природы. Такова специфика мужчины. В стране не есть это развиваться в обществе. Собственно говоря, все медитации, все проекты. Все отлично, да. Тогда все хорошо. Надо практика найти себе. Не надо дальше в проекты идти, надо идти в отношения, учиться создавать команду, найти человека, который бы вас сдерживал, отрезлял, говорил, что это достижимо, это нет. Ну, то есть человека такого другого, противоположного темперамента вам надо найти. Спасибо. Дорожите этими отношениями. Мужчина на втором ряду хотел спросить. Здесь. Вы хотели же? Ну, спрашивайте. Вечер добрый. Геннадий Ильич, очень рад присутствовать на вашей лекции. Первый раз на вашей лекции. Очень рад, первый раз. Но последние полгода в интернете я пересмотрел все ваши лекции. А, вы слушали. Вот. У меня два вопроса. Первый касается на личные взаимоотношения. Мы с моим супругой. Вы не держите эмоции жены, приближаете сильно, приближены к ней, очень сильно зависите от нее и страдаете от эмоций. Надо учиться быть на расстоянии, держаться потверже, аскезы совершать, стать крепче, чтобы поддерживать ее психику. Я думал, что вся проблема в том, что заключается в том, где ее руководить. В моем случае, это может быть, родственники, с которыми я не могу никак работать. А вот это супер, типичная ситуация. Кто руководит женой? Женой руководят те, кому она верит. И это нормально. Допустим, женой руководят мои лекции. Такое может быть. Она лекции слушает, ее лекции руководят ей, мои. Это нормально для мужа. Надо начать слушать лекции, по лекциям строить отношения. Все. И вы ей руководите уже, не лекции. То же самое с родственниками. Они ей руководят, потому что она им больше доверяет. Самый лучший вариант – построить отношения с родственниками, договариваться с ними. А если это будет выглядеть как потакательство? А если это будет выглядеть как потакательство, тем и просто. Видите, вы не знаете, как устроены отношения. Не знаете, в чем мужская сила. Мужская сила в способности потакать жене, ну, то есть, и при этом не терять себя. Ну, то есть надо понять, что женщине придется уступить в жизни, придется уступить. И тогда она вас начнет уважать, слушаться. Придется уступить. Но вы сейчас боретесь за права власти. Вот это ошибка очень большая, потому что бороться не надо. Власть всегда за вами, вы мужчина. Она это понимает, что власть за вами. Но если вы боретесь за власть, она никогда вам ее не отдаст. Она может ее отдать, когда вы не боретесь. Она сама будет приходить спрашивать вас обо всем. Потому что она почувствует, что вы ее не мучаете, не беспокоите. Надо понять, в чем ваша сфера влияния, а в чем ее. Например, как ей жить, вы не сможете ничего с этим сделать. Она только сама может решение принять. Потому что это ее желание наслаждаться. Вы не сможете остановить реку. Плотину сделали, все, она ее перетекать будет. Плотину нельзя делать. Повернуть реку можно, но не сразу. Для этого нужно ей основание, ей нужно понять, что там больше счастья, она сама потечет туда. Но для этого вы должны, берега должны быть устойчивы, она должна опираться на них, чувствовать, что она опирается. Сейчас главная проблема заключается в том, что вы сражаетесь с ней за власть, а власть ей надо отдать. Не нужно сражаться. И тогда она вам будет доверять, а не родственникам. Потому что родственники ей отдали власть, они делают так, как они хотят, она хочет. Вы отдайте ей власть, и вы будете главным, а не родственники. Хорошо. В этом случае, что это значит? Давайте я вам расскажу притчу.
Один мудрец учил мужчин, как вести себя с женщиной. И он говорит, мужчина должен быть самодостаточным, сильным, но он не должен пытаться господствовать над женщиной. Надо дать возможность ей течь. Вот он построил своих учеников. Говорит, скажите, кто из вас чувствует, что жена ведет ситуацию в жизни? Она жизнь течет туда, куда она хочет. По ее желанию жизнь течет в вашей семье. И все сделали шаг вперед. Все мужчины сделали шаг вперед, кроме одного. Он подошел к ней и говорит, а что у тебя по-другому? Ну, старший сказал, что у тебя по-другому, что по твоим желаниям жизнь течет? У тебя желание сильнее, чем у женщины, что ли? И мужчина говорит, да нет, говорит учитель, нет, просто мне жена просила не позориться, перед учителем не позориться и всегда вести так, чтобы он меня уважал. Я делаю, как она сказала.